ведущем американском издании New York Times появилась такая очень эмоциональная статья о том, что в том случае было проведено моделирование ситуации, похожей на то, что было в Эфиопии, и по этому моделированию получается, что у экипажа для исправления ситуации в случае нештатного поведения системы повышения устойчивости остается 40 секунд на то, чтобы эту ситуацию исправить, то есть принять решение об отключении автопилота. Но я бы сказал, что в принципе для, так сказать, обученных пилотов 40 секунд – это довольно большое время, потому что бывают ситуации, когда там, на которые отводится 1 или 2 секунды, и в принципе пилоты с этим могут справляться. Вот. И, но тем не менее, понятно, что это вызывает именно такой общественный резонанс, возможно, из-за того, что здесь мы видим, пусть это, конечно, не радостный, но пример того, как общество реагирует именно на технический фактор в катастрофе. Потому что ведь стандартное рассуждение идет какое, что там больше 80% катастроф связаны с человеческим фактором, надо как-то сократить долю человеческого фактора. Но поскольку у нас соотношение идет между человеческим фактором и техническим фактором, вот мы видим, как общество реагирует именно на технический фактор. То есть до сих пор как-то так считалось, ну, допускается, что люди могут ошибаться, но допускалось, что вот машина ошибаться не должна. Вот мы видим, что иногда бывают и такие сбои. Да, и действительно, реакция очень эмоциональная, и можно ожидать, ну, такого прихода панических, что ли, настроений, потому что сыпятся обвинения, на мой взгляд, по большей части не очень обоснованные. Ну как же так? Типа самолет сертифицировался, а почему типа не были выявлены эти возможные негативные сценарии? Почему их не устранили, не вычистили в ходе сертификации, в ходе начального этапа эксплуатации? Ну, действительно, мы подходим к тому, что далеко не все можно увидеть и далеко не все можно исправить. Дополнительную озабоченность у американцев, по крайней мере, вызывает тот факт, что FAA определенным образом переложила анализ рисков и анализ безопасности полетов на производителя, то есть на компанию Boeing, которую она, собственно, и сертифицировала. И раздаются голоса, что вот политика Трампа по сокращению государственных служащих, в том числе и в FAA, привела к тому, что там идет отток кадров, которые, вообще говоря, в состоянии делать качественную сертификацию. То есть последствия выходят далеко за пределы, собственно, технических проблем, связанных с воздушным судном. Да, и вообще самые радикальные там комментаторы вообще утверждают, что реальная сертификация вот именно по всем правилам как бы летных испытаний, которые должны проводиться, проходил только Boeing 737-100, и это происходило там около 50 лет назад, а дальнейшие все следующие модификации шли в рамках дополнения к сертификату типа и так далее, и что в итоге как бы полноценной сертификации, как они утверждают, и не было. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что это довольно экстремальная точка зрения, потому что едва ли FAA так уж совсем на все закрыла глаза. Тем не менее, вот голоса такие идут. Это очевидно, конечно, несправедливая оценка, но совершенно очевидно, что под давлением общественности FAA ждут весьма нелегкие времена. Надвигается сертификация новых типов, ну, в частности, новой версии трех семерок, которая претерпела примерно те же самые изменения, которые и 737 МАКС. Так что я думаю, что это будет достаточно сложно. Да и вообще, я думаю, что вся эта вот грустная история с катастрофой, она порождает большое количество вопросов, на которые, безусловно, так сказать, гражданская авиация найдет ответы. Это именно в области вот, ну, отношения человека и машины, да, переход на некоторую новую стадию, где, так сказать, не все так очевидно, не все так просто, и надо, в общем, ну, как известно, все там расхожая фраза, что сертификационные требования в авиации написаны кровью. Ну вот приходится признать, да, что этот процесс продолжается до сих пор.